31 марта родился Корней Чуковский, замечательный русский писатель, классик детской литературы, на чьих сказках выросло не одно поколение нашей страны. Мы вышли на улицы города, чтобы узнать у жителей, насколько хорошо они знакомы с творчеством Корнея Ивановича и кто их любимый персонаж. Кто такой Корней Чуковский? Корней Чуковский – это писатель. Что он написал? «Мой Дадыр». Ну, только про таракана и все, больше ничего не знаю. А можете вспомнить несколько строчек? Не, я помню сюжет, что животные там все испугались таракана. Потом прилетел воробей и съел таракана. А строчки я не помню. Старший у меня муху-цокотуху очень сильно любил. Прям дословно все пересказывал. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. «Мой Дадыр» часто вспоминали, читали. И когда научились читать, тоже сами читали. «Муха-цокотуха» мы это самое читали. Потом вот «Федорино горе» меня очень внук любил. Вот. Ну и там какие вот целые, тут целые книжки вот прям читали. Они любили по Корнею Чуковскому. Он, ну, хороший писатель, конечно, детский. Я не знаю такого. Нет, да. А мы про «Муху-цокотуху» Айболита слышал? Да, слышал. Ну, это вот он написал. Ясно. Раньше я не знал. Кто такой Айболит? Доктор. Сказки. А кого он лечил? Животных. Муха-цокотуха была с муравьем. Я так раз пропела, возможно. Кто такой Корней Чуковский? Писатель. Что он написал? Сказки, рассказы, стихотворения. Ну а какие, помнишь? Нет, практически не помню этого автора. Ну, а «Мой Дадыр», «Муха-цокотуха». Кто такой Айболит? Айболит – это доктор. Такой, ну, сказочный. Ну, где он лечит зверей. Для большинства читателей Корней Чуковский так и остался создателем «Мухи-цокотухи». И хотя общение с детьми всегда вдохновляло и радовало, но образ доброго дедушки Корнея его тяготил. Так же, как и слава детских книжек, которая оставила в тени серьезные произведения. Но на единственном доступном видео Чуковский именно такой. Читает стихи и загадывает загадки обступившим его восторженным детям. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В огороде-то на грядке вырастают шоколадки, а у наших у ворот чудо-дерево растет. Чудо, 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 чудо расчудесное.